Разве такое бывает? Или это морок, колдовство? На троне империи мечтательный мальчик. А за него правит его старшая сестра. Мудрая, справедливая, решительная. В комедийной хоромине царя Алексея Михайловича шло действо о византийской царевне Пульхерии, правительнице при малолетнем императоре. Вся царская семья, затаив дыхание, следила за происходящим на сцене. И только одной из царевен было не до забавы. На сцене она увидела свою воплощенную мечту. Откуда ей было знать, как далеко заведет ее эта мечта? Когда Федор Алексеевич венчался на царство, все было спокойно и благополучно. Многочисленный дом Романовых процветал. Царь Алексей Михайлович заранее объявил наследником старшего сына Федора и перед смертью успел благословить его на царство. Единственное, что смутило народ, во время церемонии молодого царя носили на особом стуле. Сам он идти не мог. На престол многие, почти не таясь, говорили: «Не жилец». Федор был с детства болен скорбутом, цингой. Эта болезнь вызывает анемию, подкожные кровоизлияния и отеки, нарушение развития костной и хрящевой ткани. В 17 веке от нее страдали во время войны или морского похода. Цинга возникала из-за острой нехватки витамина С. Но у первых Романовых она имела редкую форму – хронического заболевания. Из-за болезни Федор был вынужден много времени проводить в покоях, вдалеке от шумных игр. Возможно, поэтому он с детства проявил большую склонность к наукам. Его учителем был знаменитый философ и поэт Симеон Полоцкий. Для своего времени Федор получил поистине энциклопедическое образование. Царь прекрасно разбирался в богословии, философии, риторике, поэтике, свободно владел польским языком, в оригинале читал Овидия и писал стихотворные сочинения. Федор имел обширную музыкальную библиотеку, отлично пел, обладал талантом композитора. Но главной его страстью было конозаводство. Когда Федору было всего 3 года, его по обычаю пересадили с игрушечной лошадки на настоящую. Мальчик был в восторге. Он увлекся всем, что связано с лошадьми. Лучшим подарком теперь для него был породистый конь. Родители надеялись, что занятия верховой ездой укрепят здоровье царевича. Но вышло наоборот. Свидетелем несчастного случая оказался близкий друг его отца, боярин Артамон Матвеев. Будучи на 13-м году, он однажды собрался в пригороды прогуливаться со своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь. Будущий государь сел на нее верхом. На сани насело так много, что лошадь не могла тронуться с места, но вскакала на дыбы, сшибла себя седока и сбила его под сани. Тут сани всей своей тяжестью проехали по спине Федора Алексеевича и измяли у него грудь, отчего он теперь чувствует беспрерывно боль в груди и спине. Федор Алексеевич, с детства бывший под влиянием западной моды, хотел разрушить все устаревшее и ненужное, позаимствовать на Западе новое и полезное. Но к власти его практически не допускали.
Из-за болезни он почти не покидал дворца. Тем временем бразды правления взял в свои руки родственник царя Иван Милославский при поддержке многочисленного клана. Первоклассный дипломат Артамон Матвеев, будучи заклятым врагом Милославских, был отправлен в ссылку. При юном царе установилось правление боярских кланов. Были упразднены приказ тайных дел и счетный приказ, которые раньше осуществляли общее управление и контроль системы. Иван Милославский забрал под себя два ключевых приказа – большой казны, аналог Минфина, посольский, аналог МИДа и еще несколько второстепенных. Остальные приказы отдал под контроль своим людям, каждому по 6-7 учреждений, чтобы хватило прокормиться всем. За несколько лет количество приказов увеличилось с 42 до 60, а общее число чиновников – с 882 человек до 2762. В государственном аппарате оказалось множество бездельников и казнокрадов, особенно среди друзей Милославского. Дела правления пришли в беспорядок. Это была любовь с первого взгляда. В день вербного воскресенья по Красной площади шел торжественный крестный ход. Огромная толпа оглазела на пышную процессию. И в этой толпе 18-летний Федор увидел ее. Она отличалась от других. Не столько красотой, сколько гордой осанкой и смелым взглядом. Девушку разыскали. Это оказалась Агафья Грушецкая, дочь смоленского шляхтича, которая сиротствовала в доме дяди. Федор повелел, чтобы он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал. Но безвестная и худородная Грушецкая в роли царицы никак не устраивала Милославских. С ее появлением рушились все планы расстановки сил при дворе. Спустя полвека историк Василий Татищев, проведя расследование, выяснил. Умыслил Иван Милославский государю оную Агафью тяжким поношением омерзить, представляя, что мать ее и она в некоторых непристойностях известны. Однако ж сия девица, познав, что то напрасная на нее клевета, по требованию их вышед сказала, чтобы они о ее чести никакого сомнения не имели, и она их в том под потерянием своего живота утверждает. Ободренный этой новостью, царь захотел вновь тайно свидеться со своей избранницей. Он поехал гулять на Воробьевы горы, а по дороге будто бы случайно проехал мимо дома Агафьи. Родня показала Федору Алексеевичу любезную ему девицу в окне светелки. Их взгляды встретились. И Федор принял первое в своей жизни самостоятельное решение. А злокозненного Милославского велено было спустить с крыльца и при дворе отныне не принимать. Для соблюдения протокола фиктивные смотрины невест были все же проведены. Каждый из участников этого спектакля знал еще до его начала имя победителя. И жених, и невесты, и устроители. Но отказаться от древнего обычая было нельзя. Женившись на своей Агафье, Федор тем самым обрел все права взрослого человека. Вошел в полные лета. И вдруг сын Тишайшего, который сам подписывался не иначе, как «Наша тихость», решился жить, словно наперекор судьбе. Наступило время править. Первым делом царь Федор Алексеевич издал именной указ, обращенный к Боярской думе. Боярам, окольничьим и думным людям съезжаться вверх в первом часу и сидеть за делы.
Первым делом была запущена налоговая реформа. Вместо многочисленных сборов вводилась одна фиксированная подать на содержание стрелецкого войска. С одного двора в год причиталось 90 денег. Стоимость 72 килограммов зерна или 26 килограммов говядины. Острая нужда в наличных вынудила царя ввести возможность откупа косвенных налогов, что существенно пополнило казну государства. В 1679-80 финансовом году из прихода в 1 220 367 рублей 53% дали таможенные и кабацкие сборы, 44% – прямое обложение и 2,7% – мелкие пошлины. Следом была проведена перепись населения. Перепись 1678 года выявила 5 миллионов 600 тысяч человек. Учитывалось лишь податное население и только на территории коренных русских уездов. Если учесть все остальное население инородцев, население Сибири и казачества, то в стране проживало около 12 миллионов человек. По численности населения Россия занимала четвертое место в Европе. По занимаемой территории – первая. К концу правления династии численность населения в России составит около 103 миллионов человек. Следом была начата межевая реформа. Уточнялись старые и устанавливались новые границы между земельными владениями всех видов. Поместьями, вотчинами, землями дворцового приказа, собственность царя и владениями монастырей. Затем последовала военно-окружная реформа. Вся страна, за исключением Сибири и Поволжья, была разделена на 9 военных разрядов – округов. Из служилого населения каждого разряда формировались отдельные полки. На этой основе спустя 20 лет брат Федора, Петр I, построит новую армию новой страны. Для устранения несправедливости возобновил работу челобитный приказ. Лицо любого чина и звания могло жаловаться также в расправную палату и лично государю. Узнав однажды, что придворные в челобитных стали уподоблять царя Всевышнему, Федор возмутился. И то слово в челобитных писать непристойно. И если кто впредь дерзнет так писать, и тем зато быть в великой опале. Федор Алексеевич отменил целый ряд телесных наказаний, предполагавших увечья, например, отсечение рук, ног, пальцев. Взамен нарушителей соответствующих статей принялись ссылать в Сибирь. Тем самым государство сохраняло себе полноценных работников. Было положено начало освоению огромных пустующих территорий за Уралом. Деревянная Москва, раз в 30 лет выгоравшая до основания, до угольев, наконец в полной мере стала белокаменной именно при Федоре Алексеевиче. Деньги на строительство каменных домов выдавались из казны с рассрочкой выплаты кредита на 10 лет. Царь лично приезжал на пепелище и выдавал ссуды. Большая часть долгов по этой средневековой ипотеке так никогда и не была оплачена. Но дело было сделано. Построена каменная Москва. И, наконец, было отменено местничество, принцип занятия должности в зависимости от знатности рода. Главным критерием становились личные заслуги и мнение царя. Быть всем, где кому великий государь укажет. В сенях царской передней палаты в присутствии митрополитов и епископов были торжественно сожжены разрядные книги, содержавшие в себе специальные сведения о всех боярских родах. Отныне родовая ответственность уходила в прошлое, уступая место ответственности личной. Федор Алексеевич торопился изо всех сил. Он вел при дворе польскую моду. Особо смелые стольники даже начали брить бороды. Основал типографское училище, из которого позднее выросла славяно-греко-латинская академия, устроенная по европейскому образцу. Построил Изюмскую засечную черту, тем самым окончательно обезопасив южную границу России. Завел первые в российской истории казенные богадельни. Собирался реформировать суды. Казалось, что болезнь отступает. Но Федор понимал, времени у него очень мало. А он собирался еще так много сделать.
Большую же часть времени и денег отняла очередная война. На этот раз с турками и крымскими татарами. Без искусного дипломата Матвеева, который все еще был в ссылке, военного конфликта избежать не удалось. В 1677 году 100-тысячная крымско-турецкая армия вторглась на территорию Украины. Ей противостояла русско-украинская армия общей численностью около 57 тысяч человек. Несмотря на почти двукратный численный перевес, турки потерпели поражение. Через год 200-тысячная турецкая армия была отбита 120-тысячной русской, но русские полководцы не сумели развить успех. В 1681 году был заключен Бахчисарайский мирный договор между Россией, Турцией и Крымским ханством сроком на 20 лет. Левобережная Украина и Киев с окрестными землями оставались за Россией. Граница с Турцией устанавливалась по Днепру. Между Днепром и Бугом оставалась буферная зона. Эта война отняла у государя много душевных сил. Поэтому он был рад заключению мира. И здоровье его заметно окрепло. Быть может, потому что его возлюбленная супруга была в положении, и к лету они ожидали появления на свет царского первенца. Но счастье продлилось недолго. Царица умерла в родах, а новорожденный царевич Илья пережил мать всего на 6 дней. Федор так и не смог оправиться от этой потери. Его состояние стало ухудшаться с пугающей быстротой. Понимая, что нужен наследник, через некоторое время Федор согласился на второй брак. Невестой стала 14-летняя Марфа Апраксина. Во время венчания Федор сидел, стоять сил уже не было. Через 2 месяца после свадьбы, немного не дотянув до 21 года, он умер, не успев отдать распоряжение о наследнике. Федор III мог бы стать настоящим просвещенным монархом и вывести Россию в русло общеевропейской цивилизации. Для этого у него было все – образование, воля, характер. Все. Кроме здоровья. Всего за 6 лет правления Федора Алексеевича была создана основа для самой мощной в мире регулярной армии. Учреждена система социальной поддержки и 3 раза снижались налоги. На 1000 верст расширилась территория страны. В невероятно короткие сроки отстроена в камне столица. Заложены основы системы светского образования. Федор уже одобрил проект создания университета, но подписать указ не успел. Его смерть ожидали. Одни с надеждой, другие со страхом. Опустевший трон открывал дорогу во власть 2 боярским кланам. Милославским, родственникам покойной царицы Марии, и Нарышкиным, родственникам здравствующей царицы Натальи. Весь вопрос был в том, кто быстрее добежит до трона. Кандидат от Милославских, царевич Иван, 15 лет, полуслепой и в целом очень больной человек. Или кандидат от Нарышкиных, царевич Петр. Здоровый и умный, но всего 10 лет от роду. Через час после кончины Федора Боярская дума при активной поддержке патриарха Иоакима провозгласила царем малолетнего Петра Алексеевича. Клан Нарышкиных вырвался вперед. Для всех дворцовых обитателей это означало, что одни верхние бояре сменились на других. Но для одного человека это было крушением всех надежд.
Она хотела простых вещей. Вырваться из заточения, любить, быть счастливой. Но обычная девичья доля ей была заказана. Она царевна. К 1682 году в тюремном дворце обитали 9 царевен. Анна, Татьяна, Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Мария, Феодосия и Наталья. Замуж они выйти не могли. Русские не подходили по статусу, иностранцы – по вере. Всю жизнь царевны проводили в своих покоях, в строгой изоляции от посторонних, выезжая только на богомолье или на важную церемонию. Окна их восков наглухо закрывались шторами. А если царевна шла пешком, то ее отгораживали от зрителей суконными полотнищами и большими зонтами. Доступные развлечения – катание летом на качелях в дворцовом саду, зимой – на санях, и выступления придворных песенников. Главные занятия – молитвы, участие в богослужениях и благотворительность. Все царевны заканчивали образование уже к 10 годам, научившись грамоте, арифметике и закону Божию. Но Софья упросила позволить ей заниматься дальше вместе с братом Федором. Учитель Симеон Полоцкий нашел в ней любознательную и умную ученицу. Она изучала философию, богословие, риторику, польский и латынь, очень много читала, сочиняла нравоучительные пьесы. Ее любимым персонажем была византийская царевна Пульхерия, мудрая соправительница при немощном брате. Софья тоже хотела стать такой. Ее брат-царь Федор Алексеевич иногда прислушивался к ее мнению, но не более того. И только его смерть дала Софье долгожданный шанс. Теперь, если на трон сядет другой братец, слабоумный Иван, Софья станет русской Пульхерией. Но мешали Нарышкины, родственники ненавистной мачехи. И Софья разработала многоходовую комбинацию прихода к власти. Роль пусковой пружины она отвела стрельцам. Стрельцы, аналог европейских мушкетеров, были основой русского пешего войска. В Москве было размещено 26 полков общей численностью 22,5 тысячи человек. В свободное от службы время стрельцы имели право заниматься торговлей и обладали налоговыми льготами. Рядовой стрелец получал жалование 3-5 рублей в месяц. В переводе на современные деньги от 30 до 50 тысяч. Жалование офицера сотника составляло от 15 до 20 рублей, полковника от 30 до 60 рублей. Но порой за счет подчиненных полковники получали до 200 рублей. В последнее время жалование стрельцам выплачивалось неравномерно. Часть денег забирали себе полковники, при этом заставляли рядовых стрельцов работать в своих усадьбах, как крепостных. Стрельцы были близки к точке кипения. Этим и воспользовалась царевна Софья. Ее провокаторы распускали разные слухи о Нарышкиных, подбивали стрельцов на бунт. В это время в Москву из ссылки вернулся сторонник Нарышкиных Артамон Матвеев. Опытный политик, вполне способный взять ситуацию под контроль. И тогда Софья пошла ва-банк. Стрельцам сообщили, что царя Федора отравили Нарышкины, а теперь собираются извести царевича Ивана. По настоянию патриарха Иоакима на Красное крыльцо вывели показать толпе царевичей Ивана и Петра, живых и здоровых. Но стрельцам нужны были Нарышкины и их сторонники. Толпа ворвалась во дворец. Иван забился в угол. Петр изо всех сил вцепился в Артамона Матвеева. Но маленького царя отшвырнули прочь, как щенка, и на его же глазах сбросили Матвеева с крыльца на подставленные копья. Один из очевидцев расправы, подьячий патриаршего приказа, писал: «В мелочи зарубили Артамона Матвеева. До боярина князя Юрия Долгорукова за ворота выволокли и искололи. И на другой день его ж мертвого изрубили в мелкие части. Казну разгромя все и задрали, и разметали. В царских хоромах по всем ходили невежливо с ружьем и искали бояр казнить. Дверь у палат вырубили, и дворецкого по веревке в окно ж метали, и вис он на веревке».
Погоня продолжалась еще 3 дня. Были убиты братья царицы Афанасий и Иван Нарышкины, боярин Языков, глава стрелецкого приказа князь Михайло Долгорукий, глава посольского приказа дьяк Иванов, царский лекарь Иоганн Гутменш. Всего около 100 человек. 19 мая стрельцы потребовали уплатить им все долги за 40 лет в размере 240 тысяч рублей. 23 мая поступил новый ультиматум – на престол посадить 2 царей – Ивана и Петра. И, наконец, 29 мая – последнее требование, завершающее эту многоходовую игру. До совершеннолетия царей регентом при них сделать царевну Софью. Это было ничем не прикрытое беззаконие. Потому что за 1,5 месяца до этого на Соборной площади в Кремле царем был венчан Петр, и ему была принесена присяга. Женщина, прокладывающая себе дорогу к власти руками вооруженных гвардейцев, в истории России Софья не будет последней на этом пути, но уж точно останется первой. Софья понимала, что положение ее крайне непрочно. Завоеванную власть нужно было еще как-то удержать. Первым делом она распорядилась полностью выплатить стрельцам все долги по жалованию. Для этого была переплавлена часть серебряной посуды из царской сокровищницы. Затем Софья рассадила на все ключевые должности своих людей. Посольский приказ, МИД, возглавил ее фаворит князь Василий Голицын. Стрелецкий, Рейтерский и Большой казны, то есть Минобороны и Министерство финансов, князь Иван Хованский по прозвищу Тараруй, то есть Балабол. Хованский быстро понял, что стрельцы – серьезная сила, что правительство их боится, и вознамерился зайти на трон на стрелецких копьях. Так началась Хованщина. Безумное лето 1682 года, когда Москвой правила стрелецкая хунта во главе с Хованским. Город был фактически оккупирован собственной армией. Но царевна Софья не для того начинала свою опасную игру, чтобы делиться властью с кем бы то ни было. Благо, стрельцы были не единственной военной силой российского государства. Настала очередь дворян. В светлый праздник Преображения Господня под предлогом посещения крестного хода в Донском монастыре Софья Алексеевна покинула стены Кремля. Но вскоре возок свернул с дороги и окольными путями двинулся в село Воздвиженское, близ Троицы Сергиева монастыря. Там Софья расположила свою временную резиденцию, чтобы в случае чего отсидеться за его стенами. Разослала письма по многим городам с описанием стрелецкой крамолы и бунта. Теперь оставалось только ждать сбора дворянского ополчения. В конце 17 века дворянское ополчение или поместное войско насчитывало 14,5 тысяч человек, 10% от общей численности войска. Состояло из представителей дворянства, которые за службу получали земли. Помимо воинских сборов, обязаны были являться на ежегодные смотры конно, людно и оружно. То есть на коне, со своим оружием, доспехами и в сопровождении нескольких вооруженных холопов. Основную часть войска, 77 764 человека или 50%, составляли полки нового строя – рейтеры, драгуны, гусары, значительная часть которых была иностранными наемниками. Стрелецкие войска составляли 35% вооруженных сил. Время работало на Софью. Когда Хованский сообразил, что его переиграли, он отправился к Софье на переговоры. Его уже ждали. Царевнины стольники схватили его на постоялом дворе, сонного, и привезли к Софье в Воздвиженское 17 сентября, как раз в день ее рождения. Поставили перед царевной на колени,
зачитали обвинение в измене и отрубили голову. Вместо него во главе стрелецкого приказа встал верный пес Софьи Федор Шокловитый. Бунт закончился. Царский двор вернулся в Москву. Правительница и старший царь Иван обосновались в Кремле, а царица Наталья и младший царь Петр в загородной резиденции Преображенская. Село Преображенское на берегу Яузы. Территория 22 десятины или 24 гектара. Деревянный дворец 20-летней давности. Из всех загородных резиденций самая далекая от Кремля. Сразу за рекой начинается Кукуй или немецкая Слобода. Через год младший царь Петр соберет в Преображенском из дворовых и крестьянских ребят потешное войско, которое потом превратится в Преображенский полк, первый полк гвардии Российской империи. Установилось хрупкое равновесие. Царица Наталья с Петром на отшибе, царевна Софья с Иваном в Кремле. Сходились вместе только во время важных церемоний. Для царей-соправителей сделали двойной трон со специальным окошком. Во время приемов иноземных послов царевичам подсказывали, как себя вести и что говорить. Петр, хоть и маленький, соображал быстро. А Ивану все давалось тяжелее. Как и многие мальчики, рожденные Марией Милославской, Иван Алексеевич был болезненным с детства. Водянка, цинга, общая слабость. Плюс задержка интеллектуального развития и очень слабое зрение. Он был вялым, равнодушным, ничем особым не увлекался и никакого интереса к власти не проявлял. Государством управляла Софья, советуясь со своим фаворитом Голицыным, который получил пышный титул. Большого полка, дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель. С одобрения Софьи Голицын составил фантастический по тем временам проект преобразования государства, которым опередил свое время без малого на 150 лет. Главным пунктом было освобождение крестьян от крепостной зависимости. Но проект не состоялся. Тогда подобное действие могло привести к большому дворянскому мятежу. Современники называли князя Василия Голицына не иначе, как «великий». Убежденный западник, свободно говоривший на 5 иностранных языках, непревзойденный дипломат, человек энциклопедических знаний и государственного ума, да еще и первый красавец Москвы. Софья была влюблена в него без памяти. Едва ли не каждый день писала ему нежные письма. «Я, батюшка мой, здорова твоими молитвами. А вы, свет мой, не стойте, и так вы утрудились. Чем вам платить за такую нужную службу? Наипаче всех твои, света моего, труды. И если б ты так не трудился, никто б так не сделал». Голицын призывал Софью продолжить начинание ее брата Федора, но Софья не вполне понимала их значение и размах. К тому же она не могла преодолеть сопротивление боярской оппозиции. Зато Софья открыла первое в России высшее всесословное учебное заведение – Славяно-греко-латинскую академию на базе училища, основанного ее братом Федором. Первыми преподавателями академии стали знаменитые греческие ученые. Обучение делилось на 8 классов и длилось 12 лет. Основные дисциплины – греческий, латынь, грамматика, риторика, философия и богословие. Академия располагалась на территории Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. В настоящее время ее здание занимает РГГУ. Из академии возникли Московский государственный университет имени Ломоносова, Академия наук и Московская духовная академия. К 1686 году подошло время продлевать мирный договор с Польшей. Усилиями канцлера Голицына и его сотрудников после долгих и трудных переговоров 6 мая в Москве был подписан так называемый «Вечный мир» между Россией и Польшей.
венчающий внешнюю политику всего 17 века. Этот мир был очень выгодным для России. За русским царством окончательно признавались территории Смоленщины и Черниговщины, а также левобережной Украины, Запорожье и Киев. Но вечный мир имел дополнительные условия. Россия вступала в антитурецкую священную лигу европейских государств и обязывалась воевать с крымским ханом, вассалом Турции. Голицын как мог пытался тянуть время. Он был против этой войны. Несмотря на это, Софья именно его поставила во главе войска. Она уже грезила громкими победами. Казалось, что маленькая победоносная война поможет ей закрепиться на троне. К тому же, какой женщине не хочется видеть своего избранника верхом на белом коне в сияющих доспехах, рыцаря без страха и упрека? Не успел Голицын уйти в поход, как вслед ему полетели Софьины письма. «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратишься. Тогда веру заимею, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего». В мае 1687 года 100-тысячная русская армия соединилась на левом берегу Днепра с донскими и запорожскими казаками и направились к Перекопу. Но степь оказалась выгоревшей, что полностью лишало конницу фуража. По слухам, степь жгли не татары, а запорожские казаки, которые не хотели усиления России. Поход пришлось прервать. На следующий год войско составило уже 150 тысяч человек. 15 мая состоялось единственное сражение, где татары отступили, и через 5 дней русская армия подошла к Перекопу. «Письма твои к нам все дошли в целости из-под Перекопу. Я брела пеша из Воздвиженского и не помню, как зашла, чла идучи. Бог свет мой ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть». Но в Крым Голицын идти не решился. Сразу же за Перекопом простиралась безводная степь. Голицын предпочел обойтись без массовых жертв и вернулся, сохранив армию. Последнее, впрочем, было довольно условно. От жары и голода русская армия потеряла едва ли не половину своего состава. И это без столкновений с неприятелем. Итоги второго крымского похода были близки к катастрофическим. История не простила этого поражения князю Василию Васильевичу Голицыну. Впоследствии, отправляясь в ссылку, он с досадой узнал, что одним из главных пунктов обвинения стала именно эта злосчастная степная неудача. Все последующее за походами десятилетия Голицын провел в своем имении, отдалясь от двора. А непосредственно после крымской катастрофы он узнал, быть может, самую страшную для себя опалу. Сердечную. Пока Голицын воевал, его возлюбленная правительница Софья предпочла ему другого. Ловкого, безродного, циничного пройдоху Федора Леонтьевича Шекловитова. Чтобы угодить правительнице, Шекловитый вызвал в Москву знаменитого украинского художника Александра Тарасевича, который сделал парадный портрет Софьи в царской короне со скипетром и державою в руках на фоне двуглавого орла. Софье понравилось. По ее приказу портрет был гравирован на меди, отпечатан во множестве экземпляров и отправлен ко всем европейским дворам. К тому времени она уже присвоила самой себе титул. «Божию милостью, благочестивейшая и вседержавнейшая великая государыня, царевна и великая княжна отечественных дедичеств государыня и наследница и обладательница». Софья Алексеевна стала появляться на официальных церемониях и приемах послов не за спинкой трона, а открыто. Ее вдохновлял пример великой английской королевы Елизаветы. Как только Ивану исполнилось 18, Софья тут же женила его на 20-летней Прасковье Салтыковой, рассчитывая на скорое появление наследника. Тогда клан Милославских получит династическое преимущество. Но прошло еще 5 лет, прежде чем царица Прасковья забеременела.
Тогда засуетились Нарышкины. Петру еще и 17 не исполнилось, как его спешно женили. Невесту нашла царица-мать. 19-летняя Евдокия Лопухина не отличалась ни умом, ни образованностью, зато была отменного здоровья. Начиналась новая гонка. Кто первый родит наследника? У Ивана и Прасковьи родится 5 дочерей. Из них выживут 3 – Екатерина, Анна и Прасковья. Анна Иоанновна станет российской императрицей. А дочь Екатерины, Анна Леопольдовна, регентом при малолетнем императоре Иоанне VI. На нем прервется линия Романовых-Милославских. У Петра и Евдокии родится 3 сына, из которых выживет только старший – Алексей. Его сын станет императором Петром II, и на нем закончится прямая мужская линия Романовых-Нарышкиных. 30 мая 1689 года Петр стал совершеннолетним, и Софье как регенту полагалось сложить с себя полномочия. Но она не собиралась этого делать. По ее приказу Шокловитый все лето вел подрывную работу среди стрельцов, чтобы с их помощью опять совершить государственный переворот. Собирал полковников, говорил: «Нарышкины хотят царевну Софью и царя Ивана извести, а стрельцов разослать по дальним крепостям». Полковники охали, но на открытый бунт не решались. Тогда были озвучены гонорары за участие в перевороте. Рядовым 2 рубля, сотникам по 10, полковникам по 100 плюс право грабить дворы убитых. Напряжение нарастало. В ночь с 7 на 8 августа из Стрелецкой слободы в Преображенское тайно прибыли гонцы. Доложить Петру, что готовится покушение на него и переворот. Понимая, что пришло время брать власть в свои руки, Петр отправил письмо брату-соправителю Ивану. «Сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим начала владеть своей волею. Ныне злодеи наши Федька Шокловитый и товарищи умышляли об убийстве нашим и матери. А теперь, государь-братец, настоит время царствия править самим, понеже пришли в меру возраста своего. А сестре нашей в расправе дел быть и не изволяем. Все равно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». Вечером правительнице доложили: в Преображенском пусто. Царь Петр и царица-мать с беременной невесткой и весь двор отбыли в Троице-Сергиев монастырь. За Петром ушли 2 потешных полка, еще и стрелецкий полк под командованием полковника Лаврентия Сухарева. История повторялась. Только теперь время работало против нее. Из охотника она превращалась в добычу. августа. Софья направила к Петру посла, боярина Ивана Троекурова. Он вернулся ни с чем. 16 августа. В Троицу приехал боярин Петр Прозоровский. Результат тот же. 20 августа. Софья упросила поехать патриарха Иоакима. Патриарх не вернулся, остался при Петре. В Троицу начали потихоньку перебираться бояре, чиновники и даже стрельцы. 27 августа. Софья поехала сама на переговоры к брату, прекрасно понимая, что не нужно этого делать, что будут только напрасные унижения. Но сидеть и ждать сил не было. В 10 верстах от Троице-Сергиева монастыря, в том самом селе Воздвиженском, где 7 лет назад казнили Хованского, Софью остановил боярин Троекуров, тот самый, который еще 2 недели назад был ее послом. Он передал приказ Петра возвращаться. 31 августа. Софья вернулась в Москву, собрала стрельцов на площади и, стоя на дворцовом крыльце, плакала перед ними, жалуясь на брата. Но эффект оказался прямо противоположный. Вместо того, чтобы возмутиться, стрельцы испугались. Рядом с Софьей остался только верный Шокловитый.
4 сентября. К Петру шли все иноземные полки во главе с генералом Гордоном. 6 сентября. Стрельцы схватили своего начальника Шокловитова и отвезли его к Петру на суд. Сентября. В Троицу приехал Василий Голицын. Петр его не принял и велел отправляться в ссылку в Каргополь. 8 сентября. Имя Софьи было официально исключено из царского титула. 9 сентября. К Софье явился все тот же боярин Троекуров и передал ей царскую волю поселиться на вечное житие в Новодевичий монастырь. 12 сентября. На большой дороге близ Троицкого монастыря казнен Шокловитый. 16 октября. Весь царский двор, бояре и войска вернулись в Москву. Во главе государства встал Петр I. Его старший брат и формальный соправитель Иван V участвовал во всех положенных церемониях до тех пор, пока позволяло здоровье. Но уже к 27 годам он был совсем плох. С трудом передвигался и почти ничего не видел. Он умер 8 февраля 1696 года, немного не дожив до 30-летия. Царевна Софья жила под стражей в Напрудной башне Новодевичьего монастыря. Продовольствие поступало с царского стола. Денежное содержание составляло 2600 рублей в год, как у всех остальных царевен. С ней оставался небольшой штат прислуги. Старая кормилица, два казначея и 9 боярынь-постельниц. 9 лет Софья Алексеевна тихо жила в монастыре. Царицей стать не удалось. Один любовник погиб, другой в далекой ссылке. Но Софья не смирилась и не сдалась. Рассылала письма через верных ей людей, плела интриги, уговаривала. В июне 1698 года, когда царь Петр в Голландии учился строить корабли, 4000 стрельцов, перебив своих полковников, отправились из Великих Лук в Москву возвращать на престол Софью. Против них выступили правительственные войска – Преображенский, Семеновский, Лефортов и Иноземный, полки генерала Гордона и дворянская конница воеводы Шейна. В 40 верстах от Москвы под Новым Иерусалимом стрельцы были разбиты. Начались репрессии. Первый розыск проводил воевода Шейн. За 3 дня 130 человек были повешены. 140 биты кнутом и отправлены в ссылку. 1960 человек переведены в дальние города. В августе, вернувшийся в Москву, Петр провел новое следствие. Были казнены еще 2000 человек, наказаны кнутом и клеймением 600. Тела стрельцов, повешенных на Кремлевской стене и возле Новодевичьего монастыря, не убирали до февраля. Стрелецкая слобода была разорена, все 16 не участвовавших в бунте полков расформированы. Царевна Софья была насильно пострижена в монахини с именем Сусанна. Ближних боярынь допросили с пристрастием и отправили в дальние монастыри. Размер содержания царевны сильно сократили. Сменили весь штат. Надзор значительно усилили. Прямо под окнами ее кельи 5 месяцев висели трупы 3 стрельцов. К руке одного привязана челобитная на имя царевны Софьи с просьбой снова стать правительницей. Она держала в страхе весь царский двор. Умела расположить к себе любого человека, могла вызывать и успокаивать бунты, заключила блистательный мир и проиграла странную войну. Она мечтала стать настоящей правительницей, как византийская царевна Пульхерия из театрального действа, которое так поразило ее в юности. Она сумела воплотить в жизнь свою невероятную мечту, увиденную на сцене. Первая из русских царевен вырвалась из тюремного заточения к женскому счастью и неженской власти.
Но время женщин-правительниц в России еще не пришло. За 7 лет на троне, 15 лет в монастырской келье. Она умерла в 1704 году в возрасте 46 лет. Похоронили инокиню Сусанну на кладбище Новодевичьего монастыря. Никого из родственников на похоронах не было. Вскоре царский двор переместится на берег Холодного моря, в город Санкт-Петербург. История русского царства заканчивалась. Начиналась история Российской империи.